Эгегей, ребяточки, всем привет, с вами как всегда Такс Томми, и сегодня мы играем в Гаррис Мод в режим под названием Guess Who, угадай кто. Здорово, ребяточки. Мы с тобой сейчас хайдеры, то есть те, кто прячутся, двигаемся по направлению, рандомному направлению с ботами. Их очень много. Здесь у нас всего лишь где-то около 7 чуваков настоящих, да, не NPC-шных, остальное NPC. Мы должны максимально сливаться с массой, чтобы нас не обнаружили чуваки, которые нас ищут. Это замечательно, я в каком-то ангаре, я тут просто хожу, вижу чувака, лишь бы он сейчас меня не убил. Лёг, давай тут. Я не знаю, ты я пока что в гору поднимаюсь. Как выглядишь? Умный, я баба в синей куртке с серыми штанами с так, коричневой ладно, шапкой. Хорошо. Так, ну я на крыше на такой дырявой. А, не стрельнули, фак, нет, не стрельнули. Тебя славу нашли, ну вот так вот у него быстро заканчивается раунд. Братан, это, конечно, хреново и прискорбно, но может быть меня тоже быстро найдут. Я постараюсь максимально четко выдержаться. Да, здесь, то есть, никого нету, я, то есть, могу реально слиться с массой. А вот этот чувак бежит, это настоящий, он потому что ускоряется явно. То есть, они боты реально похожи на настоящих игроков. Поведенческие факторы реально настоящие. То есть я больше сейчас на бота похожу. Тоже будет хорошо. Помедитируем, знаешь, это как захотелось. Пересел такой, ох, пукнул такой в уголке и пошел дальше по крышам бегать, голубей гонять, как говорится. Ну а я... Вон, кстати, один стоит. Поднимись сюда, чё, кого? Дверь-то закрыта, да? Сосака. Так, разнесли. Андрюша! Андрюша! Его снесла Андрюша! Андрюша, не делай ничего неплохого. Лёха, смотри прямо смотри. Да, вижу, я ему не вплотную. Сука. Давай, проверь меня, давай. Хорош. Давай, сосака. Скажи мне только, что я могу убежать. Я побежал. Да, ну, давай. Давай. Я так из-за угла смотрю, у меня-то третье лицо, а у него первое, знаешь, меня не увидит. Лошара, где ты, камон. Мне так страшно было, на самом деле, рядом с ним находиться. Я за ним похожу. Давай. Посмотрю за тем, как он себя будет вести. Можешь побежать вот сейчас, вот как бы ты поменял. Не-не-не, вот. Я максимально сливаюсь с толпой. Здесь он, понимаешь, он думал, что он проверял, да? И он сюда не пойдет. А смотри, все ушли уже, все деды ушли. Ну хотя бы дальше. Вон он ходит, лошара. Давай, иди туда. А, кстати, чувак в угол просто уперся, значит, весело ему там. Он, наверное, да. Колобка хочет себе слепить, знаете, колобка-то там по всякам. Слушай, скребли, по углам чувак наскребли. А там чувак с ним сломом плывет, так смешно, такая картина прикольная. Он мне страшно, понимаешь, он прям в меня вплотную тут это делает. Бегай. Вас, кстати, двое осталось, Лех, поэтому будь осторожен. Он поверил! Ты последний, Лех, ты последний. Он поверил, он просто поверил, лох, он просто лох. Поверил в это и не стал, ой. Я боюсь, испугался, твою мать! А он очкует, у него по-любому 10 хп, ему только один удар может предрешить всю судьбу. Кстати, я бы побегал, да, и... Так, сейчас максимум, Леша. Это было палено. Это было. Сука! Беги! Я не продержался 20 секунд не продержался. Ну чё, Слава, мы с тобой приступаем теперь к поискам. Давай, и давай, я хочу найти с тобой скооперироваться. Где ты? Давай вот у входа главного. Я прыгаю, смотри. Лёх. Так, вот прыгаешь, вот я прыгаю тоже, смотри. Все, давай, погнали искать с тобой. Давай подумаем, кто есть кто. И сейчас угадаем, кто хочет стать миллионером. Как говорится. Давай смотреть. Нет, это вот баб... Нет, это бот, это бот, это бот. Чё такое? Чё такое? Засосала, ты баба по-любому натворила, она шаманит. Чего это было? Это да, она, да, это вот эта штука. Вон, поменял скин. Убивай. Да, ты. Это хорош. Он нас убить хотел. Нифига. Что творит, даже... а? Сикер свин. А, мы всех убили, представляешь? Мы реально затащили, нормально. И теперь мы будем прятаться. Это круто. Капец. Давай вместе ходить. О, развернулся я тоже. Тихо. Не догадается тупой. Фу, а да какого хрена-то? Тихо. У меня скин сменился. Серьезно? У меня скин, он просто на меня смотрит и бам, жбан сразу улетел. Видишь, вот баба лежит это. Я в бабу превратился. Он сзади тебя, сейчас тебя угрохает. Отвечаю, угрохает. Он прям в тебя палит. Все, Слава. Да как так-то? Мне же сисурики. Ой, лох, максимально сисурики, просто совместился. Сосурики ты, вот кто ты. Пососалики ты, сосурики. Поталики, да. Ай, нет, Чакваев! На тебе! Сейчас, я тебя спасу! Пойми, Лёша, давай! Давай, я его засосал! Хорош! Лёха, справа! Нет! Убили! Зараза! Ну мы нормально так это их отвлекли. О, слушай, настоящий! Побежал, лошара, я просто его завалил. Он, знаешь, он просто подошел рядышком сюда и все как бы такой бегает, ходит, значит, не испугался, такой, а ему поверил, что ли? Да не поверю я такому лоху. Просто взял, размотал, отлично так. Тащер. Мы всех нашли очень быстро. Один чувак наш убил троих. Наверное, я так. Да, запускай эту билочку, потому что по мне нужно. Я запустил обилку, у тебя замедлилось время?
тебя очень быстро нашли, а просто это на моих глазах произошло. Я подходил, он просто резко за тобой побежал, как будто бы, знаешь. Ты еще как я был, такой же скину тебе. Да, да, я посижу рядом с тобой, знаешь, как будто тебя здесь убили. А я типа, вот, типа, ну, что, ты второй же раз не будешь меня убивать? Это вообще, прикинь, такой тупой момент. Бля! Чё, чё, как дела? Как дела, как дела? Давай, попалю тебе в ноги. Танцуй, сука! Танцуй! Танцуй, я тебе говорю! А, спасибо. Еще и здоровье меня попортило. Нашел. Гадина, коза, нашел, просто. Нашел, нашел, Лёх. Я его убить не могу, он побежал, так ты же лох такой. Вон он бегает. Да не воруй, сука, своровал! Состерил, урод! Вот, где ты, крыса? На! Фак. Сосака, на! О! Ни хрена себе! Вали, вали! Хороший. Хорош, мой фраг застилил, я первый заметил. Да, все. А все, мы и выиграли. Изи вообще. Алло, Славян, ты где? Я наверху, где дырки. Мы опять наверх пошли, опять туда же, где нас убили. Видишь, дед идет с белыми волосами сверху, в синей рубашечке, в коричневых штанишках. А я такая женщина с аптечкой на спине. Вижу, мне кажется, вижу. Там чувак бегает с ломом. Да-да-да-да, я прям к нему вплотную подхожу. Я побежала. Он на меня палит, видишь, я лежу. Побежал! Что я сделал? Лошара, идиота! Идиота, где кусок! Такие? Блин, меня убили максимально! Убили? Так, короче, я не знал, что за обилочка. Red Gold, да? Я ее нажал, короче, и превратился трупом, ты представляешь? Но я это сделал на его глазах. Если бы я знал, какая-то крутая обилка. Тут чувак ходит, подожди. Я стал этим сыщиком, Лёха. Да, я там какая-то обилка была прикольная. Это обилка, Лёха, это не скин, это обилка, но... что ты становишься сикером. А его, ты сделал на его глазах, да? Да. Ну что ж, ребятушки, мы продолжаем. И сейчас мы со Славой играем один на один на рандомном сервере и посмотрим. Это на самом деле очень интересно. А вы, ребяточки, напишите в комментариях, что вам больше нравится, когда мы играем на полном сервере или же один на один, или, например, будут с нами играть друзья в некого маньяка. Очень интересно, сам режим, на самом деле режим, и всё, можно тихо, много тихо, чего тихо, на нем реализовывать. Леша, не ну а я пока меня. Тут бегаю, хожу, чтобы на Славу не напороться. Да, прыгаю, что скажи. Давайте, давай, давай, Слава, ищи. Слышал меня? Да ты, конечно, на всю карту слышно, как ты шумишь. Ой, случайно чуваку в ногу попал, хп да? сняли. Да? Хп сняли? Ты там где? Ты там где? Братан. О, нифига себе, мне гравитация чуть в окно не улетел. А, вон ты где бегаешь. А вон ты где? Я тебя вижу. Куда ты побежал? Давай, давай, камон, братан. А, я думал, это ты. Конечно, и это так, не буду подожди. Я. О, нифига себе, ты кто вообще? Чё ты сюда приперся? О, да ну! Да ну, да здесь можно просто реально в маньяка так, играть. Где ты? Капец. Сложно же. Так это дом, значит. Давай, 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 иди отсюда, уже иди, на что ты заблочил там мне? Так, не ты. Не... Это сложно, слушай, Лёша. Сложно, ладно, да, сложно. Одного как единственного найти, единственному хайсикеру. Ну я понял по твоим словам, что ты где-то спрятался в интересном месте. И что такое? Ну а, не, я понял. не скажу тебе. Да как это не ты? Так я что, идиот совсем рядом, что ли, с тобой быть-то? А ты что, в лес убежал или куда? А, нифига, карта здоровенькая, слушай. Да ладно, я побежал! Поймай, если сможешь. Юзай, у тебя есть способность какая-то? Так я использовал, там клак было написано, думал, в клака типа у меня будет появиться. Реально превратился в клаку, в маленькую, и потом резко в большую. А, убил, ну ладно, давай я тебя теперь поищу. Испаньитас, давай, давай. Когда ты закрывайся, блочит меня здесь все. Это что, единственная дверь, которая открывается? Понятно. Давай, камон, фу отсюда. Наверное, слушай, я не знаю, Лёха, там двери не было. Двери не было? Но я двери не видел. Сука, сука, 50 хп. Пам-пам-пропам, Алёш, молодец. Пам-пам-пропам. Пам-пам-паром, куда ушел-то? Я ж тебя видел, сука. Сука, ты закрыл дверь и ушел вниз, да? Эмоций просто нету, я как бы это... Офигеваю от тебя и от тебя, от того, что такой я жесткий. Подожди, куда ты мог? Так, сука, где? Кто? Сука, да кто ты? Не знаю. А ты сидишь? Чё съел? Сука, не ты! Да сука! Алёша, блин, хомуха! Чё побежал, куда, слышь, бородатый?
Че, как дела? Апа, апа, апа. Че уже не видишь? Леша. Да сука. Ты вообще слепой. А где ты был? Подойди на круг. Ебаный, блядь. Я перед тобой прыгал. Так они все передо мной прыгали, идиот. Ну что ж, ребятки, мы продолжаем. Слава где-то там бегает, ищет меня, а мы продолжаем играть. Да, да, да. Я уже спрятался, да, да, я жду Славу. Когда же он ко мне подойдет? У меня на самом деле такое очень интересное место, и оно Лёхан, действительно очень ты крутое. Знаешь, что? Нахуй ты иди. Ты такой тупой. Нахуй иди. Ты такой тупой. Знаешь, что я тебе скажу? То, что боты могут перепрыгивать, а мы не можем просто через прыжок перепрыгнуть. Вот. А, то есть Ctrl? Да, через Ctrl ты вообще не должен юзать, они просто прыгают, они не используют, так сказать, Ctrl. А ты просто прыгнул ты и жопой сел на деревяшку, ты понимаешь? Ты наблюдатель, а ты где, ты что мне не ищешь-то? Я тебя потерял, кстати, потому что я не смог перепрыгнуть и... Серьезно, ты такой лох? Глаза бегают. Сука! Ты же знал, что это я! Да, ты же знал! Зашел. Ну, в общем, ребятушки, наш сегодняшний видосик подходит к концу. Если вам понравился режим Гаррис Мода под названием Gears Who, обязательно поставьте большой палец вверх, напишите в комментариях, какие есть у вас идеи по этому поводу, что можно реализовать с этим замечательным режимом, например, поиграть с компашкой, чисто с компашкой, без полного сервера, или же играть на серверах. В общем, ребятушки, напишите обязательно в комментариях, не забывайте про лайки, про подписку, до скорых встреч и пока!